Вот такую забавную ворону я сегодня встретила. Давайте за ней понаблюдаем. Теперь понятно, почему она кричит. В лапке у нее что-то есть. Настоящая эквилибристка сейчас покажет трюк. Ах, жаль, потеряла. Ну, наверное, не столь важно, бросила. И полетела напиться воды. Но тут белочка. Белочка убежала, а ворона испугалась. Ну, вот она полетела за ней. Наверное, поиграть. Повозмущалась. Ну и вернулась к луже попить воды. А белочка уже успела найти себе орешек. Забавное и милое животное и птица.